Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-00-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня в эфире, сейчас в эфире программа «Зеленая лампа», программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. И прежде всего мы поздравляем вас с новым наступившим годом. Это первая программа в этом году. А говорить мы сегодня будем об итогах немножко, расскажем о том, что мы с вами, что нам с вами удалось сделать за год, кому помочь и каким образом. И поэтому у нас ведут программу Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина и наша совершенно не случайная гостья, постоянный наш друг, партнер Ингрида Шмидте, руководитель благотворительного фонда Be Open, с которым мы сотрудничаем уже давно. А помогает наша программа сегодня там совершенно потрясающая история. Многодетной семье из-под Алуксны в поселочке Малупе живет семья, в которой семеро детей, трое из них приемные. И эта история вообще никого не может оставить равнодушными, потому что нужна сейчас довольно большая сумма для оплаты операции самой маленькой дочки, которой нет еще 2 лет. Это девочка с очень тяжелой судьбой, и ей нужна пересадка стволовых клеток, которые уже договорились, что проведут в Польше, в польской клинике. Оплата 5 курсов в клинике 8670 евро. Вот такая нужна нам сумма. И поэтому наш благотворительный телефон всю неделю будет работать для этой малышки, чтобы подарить ей здоровье. А телефон наш, вы помните, 9-00-63-84 евро 42 цента за звонок. Напоминаем, что наши гости сегодня Ингрида Шмидте. Вы знаете, дорогие радиослушатели, мы перед Новым годом, буквально за несколько дней до Нового года, вот втроем я, Рита и Ингрида совершили путешествие в Алуксне и побывали в гостях у этой семьи. Даже они живут не в самом Алуксне, а в небольшом поселке. Вот, и мы видели своими глазами, как живет эта семья. Мы общались со всеми детьми, с мамой, встретили бабушку, видели их кошек, собак, весь их нехитрый и очень непростой быт сельский. Вот, и просто, вы знаете, это удивительная семья. Это мы попали как будто в какое-то, знаете, побывали в другой реальности, как будто в каком-то кино про какую-то совершенно другую жизнь. И в такую концентрацию любви, которую вокруг себя вот модерирует и координирует эта мама, это просто невероятно. Вот, Ингрида, вас лично что больше всего в этой истории тронуло и задело? Меня больше всего тронуло та любовь, которая в этой семье чувствуется ежедневная, постоянная, она не была показной для нас, для нас как гостей. Это правда. И когда я попросила тоже поделиться фотографиями этой семьи, они прислали и мне, и вам фотографии, тогда я видела, как сколько много фотографий, когда одна девочка, вторая, третья, когда мальчики, они держат на руках, лелеют эту маленькую Анце. То есть это невозможно за 5 минут сделать фотографии такие. И видно, с какой заботой они все окружают эту девочку. Второе, что меня, конечно, поразило, что мама, воспитывая 4 своих, 3 приемных, которые все с особыми нуждами, она ведет ненормально точную логистику, потому что все дети где-то занимаются, что чем-то они заняты. Они играют на разных инструментах, они поют, они танцуют, они занимаются кинологией. То есть это значит занятие туда-обратно, туда-обратно.
И видно, как она, сколько она вкладывает в развитие этих детей. И когда мы спросили, что им очень хочется, тогда, оказывается, мама сказала, что им хочется поехать вместе в театр, в кино, в оперу и просто в аварии с бригады. Да, это парк, потому что вы представьте, на 9 человек купить билеты, даже вот, ну, в среднем билет там 15-20 евро умножайте на 9, чтобы загрузить всю эту семью, это надо две машины, это надо бензин. И в кафе, много бензина, да, чтобы, например, всех детей завести в кафе и покормить 9 человек. Это тоже невозможно, нереально. А меня поразило, я все время наблюдала и думала, как же она по быту справляется. Значит, в домике 6 комнат, и надо топить 7 печек. Во дворе сложены дрова, чтобы прокормить вообще всю эту бригаду. Мама разводит кур. Это значит какое-то сельское хозяйство должно быть. Завтрак. Что вы делаете на завтрак? Она говорит, ну вы представьте, я не могу вот сыр или купить хлопья, потому что на 9 человек, ну это невозможно. Поэтому у нас каша, у нас суп, картошка. Ингрида спрашивает, а сколько вот картошки, чтобы... Она говорит, ну как, ведро картошки надо почистить, на чтобы всех ведро накормить. Да. А если хочется вкусненького, тогда она говорит, ну тогда я придумываю, чтобы приготовить котлетки. То есть нет, вот... ну, и курочку, и... И сыр для них, да, сыр для них считается, это уже какое-то вот лакомство. То есть, но это такая, это их реальность, они в этом живут, невероятно светлые, невероятно радостные, дружные. И при этом, как она сказала, что вот семеро детей мы видели своими глазами, там никакого нет различия, мы даже не будем говорить, кто там приемный, а кто свой, потому что различия между ними она совершенно не делает. И мы спросили, как у вас праздники бывают? Он сказал, конечно, бывает, каждому ребенку специально, вот день рождения отмечается отдельно, даже если рядом совпадают дни рождения, да, не объединяются, не поздравляют каждого, они готовят какие-то программы. На Рождество, когда пособия детские задержались немножко, не могла купить подарки всем, но она раздала маленькую денежку каждому из своих детей, и они сами... Устроили тематическое Рождество. Каждый купил какой-то маленький подарочек по теме «Теплое Рождество». Да? И потом они устроили лотерею и разыгрывали. И опять-таки это был праздник. То есть любовь и забота, она от денег не зависит. Но тем не менее деньги очень нужны этой семье и на повседневную жизнь, конечно. И особенно вот на эту цель, которую мы озвучили в самом начале. Мы сейчас расскажем вам, начали не с итогов, а вот просто с этой истории, потому что мы вместе там были, расскажем вам историю этой малышки. Ингрида, может быть, вас попросим. И еще, конечно, то, что мама принимает в свою семью не просто детей с детского дома, она принимает детей с особыми нуждами. То есть двоих она сама подняла своими средствами, но эта малышка уже оказалась очень-очень тяжелый случай, конечно. И поясним, что для того, чтобы принять в семью, адаптировать вот детей с инвалидностью, с тяжелыми диагнозами, с особыми нуждами, как говорят, семья должна пройти курсы и получить статус семьи, которая может принимать именно таких деток сложных, которые, ну, чтобы они смогли обеспечить и медицинский уход, и наблюдение, и развитие, и какие-то реабилитации. Вот это вот именно... тот случай. Но даже вот эта мама, Ивита ее зовут, она тоже не ожидала, когда они брали эту маленькую младшую девочку, вся семья принимала решение взять ее, потому что они ее увидели и не смогли ее просто оставить там, где она была. Она была совсем еще крошечка, и судьба у этой девочки очень тяжелая, потому что мы же можем рассказать, да, что да. В 4 месяца она была отнята у своей матери, которая ее просто избивала, и попала в больницу с очень тяжелыми повреждениями. Вот об этом очень тяжело сейчас рассказывать, но вот
в какой-то степени девочке повезло, потому что она попала в руки любящих детей. У нее теперь есть и мама, и папа, и братья, и сестры. И они все о ней заботятся. Но оказалось, что, в общем-то, у нее повреждение такого характера. Это был совершенно здоровый ребенок, когда родился. Повреждение такого характера она получила до 4 месяцев, что сейчас нужна очень серьезная операция по пересадке стволовых клеток. И это шанс. Шанс этой девочки, в общем-то, вытянуть ее здоровье. Да, именно потому, что она родилась здоровой, mm-hmm. и она еще очень маленькая, и поэтому здесь мы видим, всё что возможно. Ей, да, что все возможно ее подтянуть. Как вообще происходят такие истории, такие ситуации? Это отдельный разговор, об этом просто без вот спокойно нельзя говорить. Но вот ситуация такая, как она есть, а в наших силах помочь этой семье, поэтому в благотворительном фонде Be Open открыт счет помощи этой многодетной семье и ну, конкретно для операции младшей дочки, которой нет еще 2 лет, Анце, ее зовут Анце. И этот счет можно найти на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа», на всех наших страничках в социальных сетях «Зеленая лампа», которые также называются. Там можно посмотреть фотографии, подробнейшую историю. И напоминаем, что телефон 9-30-6384, евро 42 цента за звонок, работает в помощь этой малышке и всей этой семье. Вы знаете, вот со стороны, наверное, вот кто слушает, думает, а зачем вообще ей это нужно, да? То есть это у нее было 6 детей, да, и она берет еще 7-го, еще такого тяжелого. Она не, ну как, не подозревала, какова степень тяжести проблем со здоровьем у девочки. И вы знаете, если вы прочитаете историю, которая опубликована у нас, MixNews LV, рубрика «Зеленая лампа», вы поймете, ну как, и внутреннюю, и психологическую мотивацию. То есть там есть масса нюансов, которые объясняют решение этой семьи, и просто вы не останетесь равнодушными, обязательно эта история тронет ваше сердце, и мы уверены, что вы захотите откликнуться. И если что-то в начале Нового года хорошее у нас есть возможность сделать, то перед вот, Рождеством. Вот оно, да, перед Рождеством. Вот оно, вот это как раз тот самый случай, когда ну, так сильно нужна им помощь, и просто теплые слова какие-то, и, ну, помощь любого рода, и конкретно вот оплатить эту операцию. Мы очень надеемся, что все получится, верим и даже не сомневаемся. Мы должны даже добавить, что это не просто одна операция, это процедуры, ну, которые мы так называем просто операцией, но это 5 раз поехать в клинику в Польшу. Значит, через каждые 2 месяца 5 раз в течение года поехать в Польшу и получить этот долгосрочный курс. Там специализированная клиника. Да, которые сейчас тоже и другие наши маленькие пациенты проходят тоже этот курс. Но это значит 5 раз ездить в Польшу. 9-30-6384. Это наш телефон. Как раз нужен ваш звонок. Очень вот просто звонок каждого именно для той цели, о которой мы сейчас рассказали. Вот я еще подумала вот о чем сейчас. Мы всегда говорим, вот нужны деньги, нужна операция. И мы думаем, вот мы собрали деньги, и все будет хорошо, и все. Молодцы, все молодцы. А на самом деле, сколько мужества нужно этой маме, сколько мужества нужно всем этим братикам и сестричкам. Они носят эту девочку на руках, они ее просто ну, не спускают с нее глаз. То есть все ее любят очень сильно, и им надо поехать. Малышке нужно перенести эту операцию, да, то есть это же все тяжело. И вот это все на их плечах. А мы можем сделать самое простое. Просто сделать звоночек или просто, если есть возможность, перечислить какую-то помощь на счет. Спасибо всем за каждый звонок. И перед Рождеством мы хотим поблагодарить всех друзей нашей программы, нашего проекта и напомнить об итогах и историях, да, которые с вашей помощью, в общем-то, пришли к такому... Состоялись к хорошему финалу. Ну да, если говорить о цифрах, это одно, а за каждой цифрой стоит большие истории, которые мы все смогли помочь благодаря всем нашим друзьям. То, что мне хотелось бы отметить, да, это 2 цифры, что мы в течение года в «Зеленую лампу» поступил
61 192 телефонных звонка. И в общем в «Зеленую лампу» поступило почти 500 000 средств евро. 496 244 евро. То есть почти 500 000 – это значит большая помощь многим нашим большим пациентам, маленьким пациентам. В течение этого года мы смогли помочь в очень многих серьезных, сложных ситуациях. Это такое одно направление, где у нас было много программ. Второе направление, где дети нуждаются в ежедневном, очень регулярных занятиях, где видится это отставание в развитии или аутизм. То есть это два таких больших направления. То, что мы видим в этом году, что круг наших друзей растет, присоединяются новые друзья, как частные лица, так и предприятия. И это самое приятное, когда получаешь в электронной почте письмо, что вот мы хотим помочь, пришлите нам, пожалуйста, договор, мы хотим вот помочь тому-тому ребенку, тому-тому проекту. Это такие очень приятные, конечно. И просят не называть имена очень часто. Да, и я вижу, что пожертвования у нас самые-самые разные. Личные, частные лица посылают нам, начиная с 2 евро до 2000 евро. Угу. И каждый евро, он на вес золота, потому что это все скапливается в общую сумму для помощи. И да, и эти частные лица, которые жертвуют даже регулярно. Есть такие, которые очень регулярно жертвуют, которые жертвуют и большие суммы. Они не называют свои имена. Они, то есть, не оглашают свои имена. Мы их знаем чисто по бухгалтерским бумагам, но они не оглашают. То есть у благотворительности нет рекламы. Да, ну некоторые имена мы все-таки хотели бы назвать. Вот, например, мы очень хотим поблагодарить компанию, которая тоже не хочет, чтобы их называли, но мы им благодарны за большую поддержку, которую они оказывают «Зеленой лампе» уже 3-й год. Это компания «Джум». Спасибо. Спасибо большое им. И вот компанию «Тестур» тоже хотим поблагодарить, которая просто вот перед Новым годом, как эти добрые ангелы, пролетели над нашей программой, помогли малышам. Ингрида, вы буквально пару слов скажите о налоговых льготах, которые существуют. То есть, когда жертвует частное лицо, фонд, который имеет статус «Сабирискалабума статус», значит, когда кончается календарный год, и мы все подаем свои отчеты в налоговое учреждение, тогда часть, которая пожертвовала частное лицо, не облагается налогами, и тогда имеются льготы по этим налогам. По возврату. Да, по возврату. Поэтому мы всегда напоминаем, что если вы хотите жертвовать, это всегда вам... Но все-таки это можно сделать и более выгодно для себя, потому что что-то ты получаешь обратно по этим льготам. Второе, конечно, предприятия, которые готовы жертвовать, они, если они заключают договор, тогда они тоже используют свои возможности. Конечно, не очень большие, но все равно это льготы, особенно маленьким компаниям, это очень важно. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут, на небольшую рекламную паузу, потом продолжим говорить про итоги. Радио Балтком. Радио Балтком. Экология. Продолжаем. Давай, пополам.
Продолжаем программу «Зеленая лампа», и мы сегодня говорим об итогах года, потому что начался Новый год, с чем вас еще раз и еще раз поздравляем. И в канун Рождества проходит наша эта программа сегодня. Наши гости сегодня Ингрида Шмидте, руководитель замечательного фонда «Be Open», с которым мы сотрудничаем уже давно. И сейчас мы хотим просто сказать спасибо большое и Ингриде за ее бескорыстную, ее совершенно потрясающую работу, очень профессиональную. Она откликается на каждый, абсолютно каждый случай, на каждую ситуацию. Есть ситуации нерешаемые, которые в других местах не получается решить. А Ингрида берется и не отступает до тех пор, пока не скажет, что вот мне удалось что-то сделать. И потом уже не оставляет вниманием ни одну семью. Ну, буквально и у нас вот очень многие наши герои программы, они нашими друзьями стали. Мы сейчас даже расскажем об этом. И у Ингриды это так много лет. А еще мы хотим сказать спасибо нашим гостям. И сейчас вот просто хочется даже перечислить. За год у нас были прекрасные люди, известные всей Латвии, и они помогли нам включать зеленую лампу и добиться каких-то результатов очень хороших. Нашими гостями были вице-президент Латвийского олимпийского комитета Всеволод Зеленый, чемпион Европы по боксу Ричард Болотник, актриса Екатерина Фролова и Елена Сигова, поэт Рольд Добровенский, переводчик Ольга Петерсон, певица Инга Кална, глава ассоциации деловых женщин Ирина Петерсон, руководитель организации «Альтернативная реальность» Ирина Курпница, соорганизатор творческих проектов Сергей Думбадзе, художник Николай Кривошеин, певица Ольга Пирокс, актер Кирилл Зайцев, актриса Татьяна Лукашенкова, художник Карине Паранянс, руководитель организации онкологических пациентов «Онкоальянс» Хельмут Беккис, доктор клоун Игорь Наровский, художник Дита Лусе, журналист и писатель Виктория Лякишева, глава центра АБА-терапии Ирина Левичева, оперный певец Михаил Чульпаев, композитор Артур Маскац, глава фонда Германа Брауна Инна Давыдова, актер Мартин Швилсенс, архиепископ Збигнев Станкевич и актриса Яна Лисова. Вот, мне кажется, никого мы не забыли, мы говорим огромное спасибо, низкий поклон вам, потому что все истории, которые рассказали эти люди в эфире, они чудесные, эти истории. Ну да, и мне хотелось бы со своей стороны поблагодарить каждого, кто откликается на наши истории, которые нам помогают, нашим старым друзьям, нашим новым друзьям, потому что каждая вот такая маленькая капелька, она собирается в большую помощь. Но также хочется сказать спасибо каждой семье, каждой маме, всем родителям, которые делятся своей историей. Потому что только тогда, когда они делятся этой историей, тогда мы можем рассказать о ней. И то, что «Зеленая лампа» может рассказать эти истории, сложные, печальные, но очень сильные, очень крепкие, это также важно для общества, потому что тогда общество понимает, сколько еще много проблем, кому еще нужно помочь. И со второй стороны, конечно, это помогает и двигать какие-то новые дополнительные решения и в государственном смысле. Мы всегда это отмечаем, что есть какие-то позиции, на которые мы раньше собирали средства, а сейчас они уже покрываются государством или частично покрываются. Также мне хочется сказать спасибо всем своим партнерам, которые помогают информацией, потому что мы очень тесно сотрудничаем также с Ziedot LV и Bērnu Slimnīcas Fonds, потому что бывают случаи, и Palīdzēsim LV, и Центр паллиативного ухода. Также, да. То есть есть ситуации, когда мы можем помочь, а они не могут, или наоборот, когда мы не можем, и тогда мы ищем, какая организация может помочь. Так что такое вот обоюдное сотрудничество, это очень важно. И, по-моему, для каждого человека, который жертвует, который участвовал в программе «Зеленые лампы» в течение этого года, в прошлых, им очень важно слышать то, что их хорошее дело, оно, как говорится, в плодотворной земле. Не пропало. Да, не пропало. То есть я вижу каждый день счета, которые поступают с разных медицинских учреждений,
реабилитационных центр занятий, где наши дети проходят эти занятия благодаря именно средствам, которые собраны зеленой лампой. Это самые разные специалисты, и это занятия, которые проходят регулярно, они должны быть долгосрочные. И я вижу там, где нас удалось собрать побольше средств уже в прошлом году, эти занятия продолжаются очень интенсивно, и это просто очень здорово. Со второй стороны, конечно, нужно отметить все те хорошие конкретные дела, которые продвигались в течение этого года, когда благодаря нам одна прекрасная семья приобрела возможность выходить на улицу. Давайте чуть подробнее про эту семью. Она нас всех потрясла, и наших читателей тоже. Это речь идет о семье Селядиных, да? Муж и жена, которые познакомились в пансионате, в социальном пансионате, потому что они оба колясочники, и там у них любовь. Они сняли маленькую квартирку в Кингараксе, но лишены были возможности выехать на улицу, потому что там не было ни пандусов, ничего, тяжелые коляски, две тяжеленные коляски по ступенькам совершенно не проезжали. И вот были собраны деньги, спасибо всем, были собраны деньги на подъемник специальный, и теперь вот эта семья, они наши друзья. Вот нет праздника, когда бы они нас не поздравляли. Это вот и картинки, и фотографии, и какие-то поздравления, и очень хочется пожелать им и выздоровление, улучшение здоровья, скажем так, да, и хорошей, счастливой жизни. И там была ситуация, при которой невозможно было получить муниципальное финансирование на решение этой проблемы. То есть там была масса нюансов, и они оказались в таком, положении, что без помощи вот просто отзывчивых людей они не могли выехать из квартиры. Евгения и Елена Селадина. И, конечно, то, что родители, мамы, они ищут решение для своих детей в ситуациях сложных диагнозов. Они читают, они переписываются, они ищут в интернете, они переписываются с клиниками. И в этом году, несмотря на всю пандемию, ничего не останавливалось. Очень-очень многие наши пациенты, они находили свои решения в очень хороших клиниках в Санкт-Петербурге, в Москве, больше в Петербурге, потому что там есть несколько клиник, которые специализируются по, например, клиника головного мозга, куда ездил Илья Кабаков, и еще следующая операция его там ждет. Маленький мальчик, которому еще только вот исполнился 1 годик, который сейчас родители его борются за возможность ему дать хоть небольшой свет для его глаз. Они уже там были 2 раза, Валтерс, Римша. Да, Валтерс, Римша. Они там были уже на 2 операции. И спасибо всем нашим друзьям, потому что мы собрали достаточно тогда средств, чтобы они могли бы это лечение продолжать еще несколько раз, потому что еще у них очень много этих операций и лечений впереди. Также, например, есть ситуации, где, например, собраны средства на какие-то курсы или операции в ZDOT-ЛВ, но нужны все-таки немалые средства для того, чтобы туда поехать, там быть на месте. Это тоже дополнительные расходные тогда. И мы также помогаем вот в таких ситуациях, сотрудничая с другим фондом. Да, и, конечно, например, Зана Куриня, которая прекрасная, красивая, молодая девушка, 17-летняя, ну, уже, наверное, 18, да. Нам тогда даже не верилось, что нам удастся собрать почти 50 тысяч, чтобы она могла бы отправиться на операцию в Штутгарте. И сейчас уже эта дата известна, это в середине февраля, они отправляются, средства собраны.
И мы очень надеемся, что ее большие проблемы голосовых связок, голоса улучшится, и дыхание, да, удастся улучшить. То есть это операция, которая позволит девочке просто дышать нормально. Угу. Так, все так откликнулись на эту историю, вот просто как бы всем миром, да, 50 тысяч собрать, это очень большая сумма. И, конечно, благодарны мы всем и каждому за каждый звонок. Еще хотим напомнить еще раз, что не бойтесь, пожалуйста, обращаться за помощью, если вам нужна помощь. И напоминаем, что никакие проценты с денег, поступивших на счет, не берутся. Да, и не надо стесняться. Все деньги, поступившие на счет, идут на озвученную цель, именно тому человеку, которому вы жертвуете эту сумму. Это совершенно точно. Какая история, Ингрида, вас лично вот больше всего затронула, потрясла как-то так из этих? Трудно сказать. Каждая история, она ни одна не оставляет равнодушия. И каждая история особенная, потому что здесь нет таких ситуаций, которые повторяются. Во втором полугодии было очень много... К нам обращалось детей, родителей с проблемами аутизма. Угу. И мы почувствовали, что эта проблема очень большая. И больше и больше поступает таких просьб. И видим, как это необходимо объяснять обществу, что это значит. И как это важно, эти занятия, этим детям помогать в юном возрасте, пока можно корректировать их поведение, и потому что аутизм в каждой семье, каждому ребенку проявляется очень разным, по-разному. И есть более легкие ситуации, есть более сложные ситуации, но каждая такая ситуация, она напоминает о необходимости толерантности в обществе. Когда мы видим, может быть, кричащего ребенка на улице или какого-то эмоционального всплеска, тогда, наверное, нужно воздержаться от умнических высказываний, что вот мама не умеет воспитывать ребенка. Нужно подумать, а может быть, у этого ребенка серьезная ситуация с его здоровьем. И вот каждая такая история, по-моему, она помогает какой-то части обществу это... Понять, осмыслить, потому что многие семьи, они даже до вот какого-то момента, когда они обратились за помощью, они даже не рассказывали своим, ну, более далеким родственникам. И соседи никогда не знали, друзья никогда не знали. Как-то страшно было. Им страшно было. И когда они преодолевают вот этот страх или смущение, им всем становится легче. Потому что соседи, друзья, родственники, они с более большим пониманием к ним относятся, и им становится легче. Но вот переступить этот рубеж не всегда легко, не всегда просто. Давайте будем терпимее, да? Может, да. Хочется. Сейчас вот вы заговорили об аутизме. Это действительно проблема огромная для общества. Мы хотим напомнить, что предыдущая наша программа как раз была на эту тему. Семья в Салацгреве, где трое малышей, 2 года, 4 и 6 лет, и каждый из трех с диагнозом аутизм. И что переживает эта мама, это невозможно описать словами. Но спасибо всем огромное за... 2 недели была собрана нужная сумма на годовой курс терапии, специальной терапии для каждого из этих трех малышей. 7945 евро было собрано, деньги пойдут на лечение этих детей. Спасибо вам. И еще очень хотелось бы сказать, что, конечно, проблемы с аутизмом, они огромные, но там целый клубок проблем, и очень хотелось бы получить больше помощи государства в этом плане, потому что то, что по государственной программе оплачивается, это совершенно, это капля в море, этого не хватает, и даже серьезно говорить об этом нельзя. Но уже идет какой-то движок, да. Что есть надежда, что уже частично это будет уже
более позитивным решением, и частично это будет уже оплачиваться больше и больше. Но здесь есть такой большой движок, здесь нужно говорить спасибо Берну Слимницес фондом, который очень-очень активно это продвигает, эту идею необходимости, и благодаря им, их такой усердности. Я думаю, что эта проблема чисто финансально будет уже постепенно становится уже легче. На данный момент эта инициатива передана всем, но пока решение не озвучено, нет информации. Ингрида, а вы как руководитель фонда, вот ваше отношение к тому, что в принципе все, о чем мы говорим, да, ну как, в хорошем, по-хорошему это должно оплачивать государство. И получается, что фонд берет на себя функции государства. Любой фонд. Благотворительный. Да, это многократно отмечают все те, которые занимаются благотворительностью и руководят этим вопросом, что нам очень хотелось бы собирать средства на то, чтобы этим детям с какими-то диагнозами было бы просто чуть легче, лучше, приятнее, радостнее, ну, качественнее лучше, да. Чтобы мы могли бы собирать средства на более качественный уровень жизни. Но мы, к сожалению, сейчас все равно решаем проблемы здоровья, мы решаем очень острые ситуации. Срочные. Срочные ситуации, когда мы... Жизненно важные, практически да, необходимые. Это да. Очень, да, к сожалению. Но все-таки, если мы об этом не говорили бы, тогда и в этом движения не было бы. И все-таки движение в этом есть. Есть какие-то вопросы, которые уже оплачиваются больше и больше. В этом есть движок, но, к сожалению, от этого мы все-таки еще в таком смысле очень далеки, потому что у нас очень много острых ситуаций, которые мы решаем. Ну, тут надо понимать, что, в принципе, благотворительные фонды, они есть в каждой стране, да, они занимаются теми же самыми задачами, потому что ни одно государство, к сожалению, не берет на себя вот полностью эти функции. Наверное, это невозможно, но хотелось бы, чтобы все-таки помощь была побольше. У нас, да, и ведь есть отдельные благотворительные организации или общества, которые, например, работают в другой сфере. Они занимаются тем, что они собирают продукты, одежду. Да, очень много. И очень помогают вот именно в этом плане. Детским домам. Детским домам, малообеспеченным семьям, да. Но, скажем, чтобы собирать денежные средства – и иметь вот эту очень строгую отчетность, здесь, да, здесь нужно, как говорится, все-таки сильную организацию, потому что эта отчетность, это деньги, это очень большая ответственность за каждый евро, который пожертвовано, и это, конечно, ну, не просто. И никуда не уходит ни один евро, нет, все это проверяется. Существует такое прозрачно. Обывательское мнение, что вот, ну, перечислены эти деньги в благотворительный фонд, как пойдут они этому ребенку, не пойдут, вот как-то такого. Мы же и отчитываемся для этого. Мало доверия. Вот расскажите, потому что на самом деле мы всегда подчеркиваем, что именно благотворительные фонды, они находятся как под увеличительным стеклом, к ним настолько сильное внимание финансовых проверяющих органов. У нас даже была такая, даже несколько таких ситуаций бывало, что есть такие мамы, которые говорят, вот нам собрали столько средства, может быть, мы можем с кем-то поделиться. Они прочитали следующую трогательную историю, они говорят, мы хотим поделиться, может быть, средствами, которые пожертвованы mm-hmm. нам. И тогда мы говорим, что нет, то, что каждый человек жертвовал конкретному ребенку, или это Мартине, или это Рою, или это Алексу, или это Ансе, это только им. Это то, что фиксируется конкретно, и мы не имеем права ни один евро на другой какой-то цель использовать. Даже если, например, проект или программа или вся реабилитация закончится, и, например, останется на счету 7 евро для этого ребенка, мы не имеем права никому другому эти средства перечислить, их нужно использовать этому конкретному ребенку. И как у нас происходит наша работа? Каждое утро, кроме выходных,
Ингрида сообщает нам, сколько поступило денег на счет вот этот конкретный, сколько было сделано звонков и на какую сумму. И мы сразу пишем везде на наших страницах, сообщаем в эфире «Радио Болтком». Спасибо всем нашим коллегам «Радио Болтком», кстати, потому что это их поддержка большое. Незаменима просто. Вот. И все это на виду. Я не знаю, кто еще так отчитывается. Ну вот это действительно вы видите своими глазами, читаете. И по четвергам выходит большая публикация в газете «Сегодня», тоже с фотографиями, с подробной историей. Тоже... И здесь, конечно, мы должны сказать большое-большое спасибо всем коллегам и в других медиях, как в латышских медиях, так на русском языке в медиях, в районных газетах, куда вы посылаете свои публикации, которые нам... помогают рассказать эти истории, чтобы достучаться до всех, которые могут помочь конкретным детям. Не было такой еще ситуации, чтобы кто-то отказался и не пошел навстречу. Спасибо всем коллегам нашим. Это не важно, там на русском языке выходит, на латышском, это совершенно в данном случае не важно, потому что все откликаются на какие-то хорошие, добрые дела. У нас осталось очень мало времени, Ингрида, да, то есть что-то еще вы хотите нам рассказать об итогах года? Буквально 3 минуты у нас осталось. Может быть, вернуться к семье, где мы вместе были. И когда мы маме тоже, мы много вопросов задавали, и она очень откровенно делилась своими чувствами. И мы ей все-таки спросили, а что вас огорчает? Больше всего, что вас огорчает? Где вам трудно? И тогда она откровенно сказала, что огорчает иногда, или часто, наверное, то непонимание со стороны общества о той работе, которую она делает. А многие люди не понимают, почему она это делает, что она руководствуется... любовью. Напомним, 7 детей. И это ее миссия. И если кто-то считает, что это какой-то заработок, что эти пособия за каждого ребенка, они позволяют жить очень богато и роскошно, тогда я пожелала бы каждому этому человеку прожить хоть один день в такой семье и почувствовать, что это значит. И мне очень хотелось бы, вот если пожелание какое-то, мне очень хотелось бы, чтобы эта история помогла бы всем жителям Малупы, всем жителям Валуксны, всем жителям Латвии понять, что эти семьи, которые принимают детей из детских домов, они руководствуются любовью и своей миссией. Я вот перед дачей посмотрела данные, что... в конце 2020 года, но за этот год еще нет таких цифр, что в конце 2020 года в Латвии было 752 семьи, которые принимают детей из детских домов. И в их семьях живут вместе 1377 детей. Но за этот год эта цифра уже увеличилась. Но в среднем 2 ребенка на семью. В среднем, да. Значит, есть семьи, где 3. Так же, как у Иветы, 2 и 3 детей, и это очень здорово, поэтому и уменьшается количество детей в детских домах. И вот на таких мамах, на таких семьях держится наш мир, и им просто низкий поклон, они заслуживают самого большого уважения и самой большой нашей любви и подпоры, чтобы им помочь. И самое простое, что мы прямо сейчас можем все сделать, это набрать телефонный номер 930-6384 и €42 полетит в помощь этой семье, которой нужна операция для самой маленькой девочки, недавно взятой в семью из детского дома, которой нет еще 2 лет. Операция будет проведена в клинике Польши, очень серьезная. Помощь нужна прямо сейчас. Спасибо всем огромное. Спасибо, Ингрида, за то, что вы делаете и за то, что вы пришли сегодня к нам. Это наша общая работа. Это не только моя заслуга, это ваша тоже очень, очень большая работа. И оставайтесь с нами. И после новостей у нас в эфире на прямой связи с нашей студией будет российский режиссер Вера Сторожева.
И до следующего вторника, до следующей истории «Зелёной лампы». С наступающим Рождеством. Всех с праздником. Вы слушаете «Радио Болтком».